Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Если не ошибаюсь, это браслет Xiaomi. И запасной. Да, так и есть. Mi Band 2 и запасной. Ну, не запасной, а еще один браслет для часов. Вот так вот выглядит браслетик. Металл и довольно-таки неплохое тактильное ощущение. На магнитике. Так, и здесь у нас запасные какие-то резинки. Заказ был сделан на сайте GearBest. Доставлен новой почтой. Новая почта в последнее время доставляет посылки отвратительно. Очень много времени занимает. Так, ремешок, и сам браслет, сам. Наверное, скорее всего, разряжен, поэтому не хочет включаться. Сайт GearBest, цены довольно-таки приемлемые. На этом все. Всем спасибо, всем пока.